после исполнения гимнов мы незамедлительно перейдем к составам команд. Итак, гости Тароса, хоккейный клуб «Южный Урал», первая пятерка: Алексеев, Титов, Шестаков, Крахалев, Журавлев. Вторая пятерка: Арчан, Борисенков, Капитуров, Кузнецов, Оборон, Ермаков, Папст. Третья пятерка Орского коллектива: Тимашев, Иванов, Пивунов, Тунхузин, Татарин в обороне. И четвертая пятерка Южного Урала: Рожков, Пензин, Фурса, Варагян, Канышев. Ворота защищает Сергей Кудрявцев. Главный тренер Виталий Павлович Казарин. Тренер Алексей Дмитриевич Фетис. Состав команды «Тарос» на сегодняшнюю игру: тройки нападения — Дубровский, Каменев, Сучков. Вторая нападающая тройка: Корнев, Аймурзин, Черный. Третья: Хайдаров, Козлов, Лапшин. И четвертая: Шаповаленко, Дюкарев, Асылай. Пары защитников: Авдеев, Старков, Комаров, Миронов, Газимов, Обрядин. И четвертая пятерка — один защитник, и он на деда — Кирилл Татарник. Главный тренер Равиль Васильевич Хайдаров, тренер Владимир Витальевич Гусев. Вот такие составы сегодня будут играть на площадке. Вот как на чистый лед убежал Гертарос, и по передаче на дальнюю штангу, и там, по-моему, кто-то замкнул, или рикошет был какой-то. Ну что ж, мы с вами это увидим сейчас. Открывают счет гости. В большинстве не получилось, зато вполне удачно получилось сделать это в равных составах. У нас долго там не... не фиксируют. Гол! Вот так выехал из-за ворот игрок Тароса и неожиданно для всех засветил шар прям в ближний угол. Тоже в дебюте второго периода Тарос счет сравнивает. Секунд. Играть в большинстве. Гол Дубровский. Каменев, гол! В меньшинстве Тарос выходит вперед. Вот то, о чем мы с вами часто говорили, что Тарос в меньшинстве очень активно играет. И эта активность часто заканчивается такими вещами, как контратака и заброшенные шайбы. Ну, здесь, конечно, как по нотам. Да. Опытнейшие игрока Тароса разыграли этот эпизод. Стандартный эпизод, и счет становится 2-1. А Сучков еще 18 секунд находится на скамье штрафников. Ну, настроение Сучкова, я думаю, сейчас тоже поднялось. Порадовался за своих партнеров. Вот смотрим повтор. Там не стал долго думать Виталий Каменев сходу.